Посмотрим, удастся ли нам спустя столько время, брат, занять топ-1. Чел, ты сел на дороге? Это был босс. Первый. Я как на колде вылез, блядь. Добро пожаловать в Play Arnold Battleground. Со мной сегодня Томас. Ассаламу алейкум, Достар. Ребята, легендарнейшая дуа вернулась обратно в эту игру. И сегодня мы, ну я не знаю на самом деле, как мы будем ебашить, но мы обязательно поугараем. Мы любим маленьких девочек, да. Ой, я имею в виду то, что 2 года назад мы последний раз играли, и нам было по 22, Джонни. Бля! Я немного другое хотел сказать. I'm sorry. Настроение испортил на весь. Оля. Сори, брат. Надеюсь на ваши лайки. Подписка, если вы еще не подписаны. А мы прямо сейчас летим нахуй. Обой! Куда летим? Ну, я думаю, в Камбраво давай приземлимся, попробуем, по краю. Хотя нет, брат. Нет, братан, там слишком жестко будет. Давай, если хотим топ-1. Хотим топ-1, то нужно в Гельтувай, мне кажется. Это где? Куда-нибудь туда. Ну вот, я поставил желтую оранжевую метку. Алле, я паркуюсь. Да-да-да, к нам только один человек, по-моему. О, не-не, только ты, братан. Пока что никого не вижу, слушай. Все, давай, братан. Погнали за лутом. Бля, я уже взял броню. Как кстати. Я давно просто не играл, пиздец. Да, это с одной стороны ностальгия, потому что игра, имею в виду в мире классической битвы, королевской битвы, это классика, можно сказать, и так, друзья. Классика. Поэтому посмотрим, удастся ли нам спустя столько время, брат, занять топ-1 и возможно, покорить женские сердца. Ты настроен? Знаешь, честно тебе сказать, с тобой да, потому что я вспоминаю. Я расстроен. Какой хуй ты меня в PUBG позвал, блин? Нам уже по 24 года, нам пора, танки с ангара выводить, блядь. Так, если винтовку найдешь, скажи мне, пожалуйста. Да у меня тут сайга, хуйга, блядь. Много всего есть, прилетай. Я думаю, это не винтовка. Ох, нихуя тут не он, блядь. Что? Милонов? Нихуя! Ебать, что? Тут стриптиз-клуб. Я в киберпанк зашел. Серьезно? Да. И это только начало, дружище. Ебать, обнова нахуй. Киберпанковская завезлась. Бог даст. У меня выстрелы тут. О, у меня чел рядом. Не, братан. Серьезно? Да. Уверен? Да, я выстрелил. Бля, братан, только не умри, пожалуйста, только не умри. Давай я к тебе поеду лучше. Ну его нахуй, я не хочу тебя бросать, братан. Я хочу на топ-1, прям с первой катки, чтобы мы заняли, блядь. Чтобы мы вспомнили молодость, братан. О, выстрелился. Так, братан, сюда. Жди на месте, пожалуйста. Можешь спрятаться куда-то? Нет! Я к тебе еду. Я хочу стрелять! Джонни какой-то прям такой мальчик такой. Озорной, да. Ебать, там комар с правой стороны. Это я, братан. Нихуя, кстати, мотоцикл охуенно. А ты этот дом лутал? Да, кстати, этот мотоцикл. Эти дома не лутал. Я бы какую-нибудь винтовку. Ты винтовки вообще никого не видел, братан? Нет, здесь я только приехал. Как опасно. А Джонни такой парень разбивной. Хотел сразу в бой напасть. Я раздолбай. Опа. Опа, СКС, братан. СХС. Сука! Саня. Опередил, да? Опа. Так, давай. Давай на комарик садимся и поедем. Дай мне моцик, поверь мне. Дай мне руль. Просто поверь, брат. Просто поверь. Я в эту игру играю. Бля, я надеюсь, мы не разъебемся. Не разъебемся, братан. Умрем. Не хватает места. А, он одноместный, ебаный рот, бля. Одноместный? Ладно, пешком иди. Ладно, шучу. Погнали за мной. Значит, давай тогда вместе пешком пойдем. Да не, погнали. Чел! Чел перед нами, вон! Где? Блять, а метки-то хуево работают. Давай, братан. На нахуй. Хорош. Пом одурозен. По-моему, это был бот. Да, это был бот, братан. Да, это был бот. О, вижу, да, в кустах. Да. На нахуй, попал! За пальмой! Бля, сейчас я ебну, отвечаю, мне похуй. Сейчас похуй, брат, реально похуй, смотри. Бля. Я за зон... Блядь, ладно, похуй, побежал. Ой, по мне другой снайпит. На 260, брат, на 260 есть. На 260. Бля, меня ебнули, брат. Там еще одни? Мне пизда, ебать мне пизда. Да, там их несколько, прикинь, ебать. Это 2 сквада? Надо было от первого лица играть, да. Ну ладно, братан, продолжай игру, между прочим, ебать.
Нормально все. Бля, нужно было продолжать игру, сука, ебаный. Подожди, ты одного нокнул, да? Да, одного нокнул. Хорош. Хорош. Ты ебнул его? Да, я нокнул его, выстрел всё, в голову. Подожди, вырубаю, вырубаю. Там еще, там сверху есть еще чувак. Да, я понял. Там сверху еще есть. За камнем есть? Да, есть. Да, есть, 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 есть. Вижу, вижу за камнем. Ебать там тип, сука. Хорош. Добивай. Хорош, блядь. Меня второй, блядь, охуеть. Ебать, что для первого раза охуенно сыграл. Для первого раза нормально. Давай вторую, вторую, давай, вторую, давай, вторую давай. Сразу. Следом. Ну знаешь куда? В другую игру, блядь. Кикадо, давай в Кикадо, блядь. Не, Кикадо это пиздец. Не, давай в Кикадо попробуем по приколу. Может в Лос Леонес, брат? В Лос Сантос полетели. PUBG, друзья, наша жизнь. Нахуй Fortnite. Зачем, блядь? Когда тут есть такая локация, как Кикадо. Кикадо. Лос-Сантос, красоты. Чебоксары, блядь, просто все собрали. Летим в Кикадо. Две броньки третьего уровня, ебать! У меня тоже, блядь, у меня тоже, я про это говорю. Почему третий уровень? Не знаю. У меня свин упал. Кикадо нас порадовал, блядь. Бля, ну у меня на самом деле стартер пак, блядь. Броня третьего, рюкзак третьего. Ну это хорошо. И время пол третьего. Так, братан, мы пока что в зоне 61 человек. Не так много. И тут враги были, потому что они стрелялись. Там, по-моему, выстрелы были. Иди за мной. Бегу, бегу. В том доме челик, слышь? Бегу, бегу. В том доме челик. В том доме челик, чувак. Бегу, 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 бегу. Бегу. Да, он быстрее, он тут, за заграждением. Какое вот заграждение? 305. Быстрее ко мне. Я у тебя. Вот тут вот. Вот тут он за этим, за этим, за этим, ну, за этим. А, за вот этой хуйней. Я вот слева пойду. За бетонной, да. Ух, ёб твой рот. Ебать, я сам охуел. Сзади у меня чел, у меня чел. Думаешь? Нокнул. Хорош. Где ты? Еще идет, у меня еще идет. Где вы вообще? Еще одному нокнул. Хорош. Мне хиляться надо, брат. Бля, мне пизда нахуй, походу, брат. Я патронки. Сейчас, подожди, меня чел. Сейчас, брат. К тебе идет, походу, один. Бля. Ебать, сука, походу, блядь, нам пизда ебать, брат. Я реально растерялся в натуре. Ты где? Ща, ебашу. Он сверху на этой хуйне, на платформе, братан. Сейчас, ща, аккуратнее, 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 аккуратнее. Вижу, 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 вижу его. Подожди. Сейчас выкурю. Бля. Потерял. Сейчас, ща, подожди. О, погнали за мной, погнали. Он над тобой, он прямо над тобой, ровно над тобой. Да, ща, подожди. Понял. Нокнул, 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 добивай, добивай его нахуй. Лучше, лучше, убил лучше, нахуй, лучше, ебать. Лучше, лучше, лучше. Хорош, Джонни, молодец, умничка моя, солнышко. Ебаный сын. Царство тебе небесное. Хорош, хорош, ебать, братан, в натуре расхуярил без пизды, ебать. Откуда стреляют? Тебя стреляют? Кто-то палит, ебать. У меня есть еще тут дружбан еще один должен быть. Так, я вижу, за камнем на 350, снизу. 350. Давай с другой стороны обойдем его. А, вот этот камень, а, вижу, вижу. Да-да, вот за этим камнем, понял, один да? Один раз задел немного. Есть хаешь какая-нибудь? Эрдроп? Что он кинул, блядь? Бля, камень, ебану, камень, камень, брат, камень, мне камень, пизда, камень, мне камень, пизда, камень, камень мешает. Какая же это хуйня ебаная, блядь. А не хорошо, игра, подожди. Ебаный. Подожди, брат, подожди. Блядь, он мне в бошку дал. Бля, хаешку, иди нахуй. А, это флешка, я не вижу нихуя. Блядь, сука! Ебаная 500 уровень, он ебал! Он с арбалета меня убил! Ёб твою мать! У него 500-й левел, а как да, 500-й, когда он меня убил, там левел написан. Он, блядь, задрот в ПВГ. Бля, знаешь, я какой рофл сейчас понял? Мы же, по сути, сейчас, типа, записываем спустя месяц. А у меня на ролике кресло, блядь, поменялось, нахуй. Ну, скажешь, вуаля, там, ну, знаешь, типа, ебать. Ребят, фокусы цыганские, блядь. Чё подумают некоторые, что реклама, блядь. Да ну ты объяснишь? Знаешь, типа, резко, резко пересел. У меня дробовик есть, эмочка. Эмочка Уотсон. Ебать! Петровна, правда сказать. Охуеть, они ебланы. Нахуй тут игрушка, блядь, страшная на диване сидит, блядь, пиздец. А, типа куклы, что ли? Да, пиздец. Да, я знаю, знаю, знаю. Слушай, эта тачка ездить можно? Блядь, нельзя. Бля, я помню, братан, когда мы с тобой только начали играть в эту штуку, в PUBG, да? Напомню. Да, так. Будет грустно, но напомню, нам было по 21. Блядь, ты целыми днями сидишь.
Это время высчитываешь? Иди, братан, ну мы старые, да? О, понял. Конкретно где? О, где, там где? Во, один лежит. Добил. Добил, ну. Вижу, за остановкой с синей. На... А где координаты? НВ, короче, 300. Ты мне на это уже можно кидать там как-то. На Z, что ли, я не помню. В смысле? Можно кидать, короче. Нет, можно вот я кидать. Делаю. Да как можно кидать? Кто-то кидал. Не, я серьезно тебе говорю. Кто-то кидал, ебать. Вижу в окне. Блядь, ебашит меня. Короче, соседи дом красный там, чел. Да я уже понял, брат. Так тебе залетели? Попал. Сейчас выйду, брат. О, он прям в этом доме, можем зарашить его, в принципе. Слушай, что там два чела. Забегай. Не, не попал. На улице еще один. Тип. Слышу. Пизда, ебаная, топнули, блядь. Тебя, да? Я не знаю, он выбрил за миллисекунду просто. Это было. Ебать. Справа. Блядь, сука. Ой, бля. Вот тебе и PUBG, блядь. Слушай, ебать, это пиздец. Спецотряд Немо. Ой, я уже не Немо. Он на крыше. Я сегодня видел казаху, у которого имя Кэшбэк. И он работает в Лети Шоп. Тачка. Ты знаешь, такая реклама интенсивная. Вижу чело. Тачку нашел. Давай. Чело ХП. Убил. Ну, нокнул. А его дружбанги. Слушай, а если он так агрессивно бежал, может быть, его дружбан где-то рядом? О, мне помощь дали, кстати, слышь? А тут ассисты появились, ура. Давай, поехали, похуй. Думаешь? Ну, прилетели. Сдачи Путина, мы с Джонни Навальный. Я Навальный, пускай буду. Нас сейчас, блядь, примут, тихо. Поехали на поезд, блядь, опоздали. Нереально. Чел на дороге. Вижу. Сбивай. Это был бот. Престолов. Это был бот, либо остолоп. Какой-то бот. Может, я бот? Ладно. Кстати, возможно, не... Нет, да не. Да нет, это не бот, он не успел среагировать. Бот. А ты бот. Ну, я бот. На двух тачках, на двух. Который тот бот. Что на двух тачках? Заворот. Надеюсь, это топ-1, бро. Блядь! Ебать, я ворвался, братан. Я въебался. Че, много? Там сзади стреляют, нет? Да, пойдем на 275. Брат, давай. Блять, у меня тачка дымится, нихуя. Мне болики нужны, может, вам мою сядешь? Баболики. Эти баболики, да. А мне не нравится. Поехали. Давай задавим их и потом. Баболики. Бля, обожаю детей, которые матерей в супермаркетах выламывают киндер купить. Мама, ну киндер. Да пожалуйста. Одна, помню, мать сказала, ну возьми сам, заработай и купи, прикинь маме мелкому ребенку, бля. О! Пиздец. Ебать, вот перестрелка, нахуй. Первый. Ебать, я как нахуй в колде вылез, блядь. Ебать, пиздец, братан, ты игры не перепутал? Давай. Вон, на 65. За деревом. Да, вот я прям вижу его. Вот за этим деревом. О, хаешку кинул, фаер, блядь. Не сынь. Где моя хаешка? А, у меня нет. Ой, бля, пизда, откуда? С дерева, я же тебе сказал. Попробуй поднять. Я не увидел его нюха. Охуеть! Чего он? Я фуловый был! А он крутой. Так, давай. Охуеть. А то дохуя этих читеров, братан. Тут прям их дохера. Пиздец. О, вторая дача Путина. Блядь, там чел. Готов сейчас брать тачку и сбивать нахуй? Это какой-то, блядь, барак. Обама! Я, блядь, и лежал. Ну, типа. Че. Братан, я как бы упал. А, ты не... Тебя поднять, что ли? Да, я со второго этажа упал и разбился. Ты заметил после фразы Обама? Сука, сейчас я открою дверь, там насрал. Американцы тебя подбили. У подъезда. Чего не подбили американцы? Меня снайпнули в полете. А ты своей Америкой гордишься, блядь. Россия нахуй, вперед, блядь. Надеюсь, реально барак, блядь, какой. Россию больше зауважал. Конечно. Особняк-то какой. Рашка нахуй, блядь, разъебет любого. Член второго уровня. Член? Да, у меня второго уровня. Ой, блядь, сверху, братан. Бегу. Чувак не мог попасть в меня, прикинь. Ну так врежь ему, блядь. Вот это. Я бегу к тебе.
А я бегу к тебе. Да, я тут, Чуть не застрелил. Вот там. Сейчас, аптеку. Помоги, Джонни! Дядя Джонни, сделай что-нибудь! Дядя Джонни! Я там обижаю. Ну-ка, покажи, кто тебя обижал. Да-да. И взял еще мою аптечку, которую я хотел взять. Ну, он там, он внизу был. Ой, я слышу, слева. В этом доме, в этом доме. Слева, вот здесь. О, блядь. Он косой, кстати, пиздец. Он мне не попал. Там мне въебало даст. Не, он не даст. Он косой пиздец, братан. Я тебе клянусь. Он стрелял, ни в одной пули, блядь, не попал. Я бы хотел на это посмотреть. Он реально, блядь, я вообще без оружия был. Дядя Джонни, у него был ствол. Он мне вообще сказал, блин, писюн походил. А я, блин, еще ребёнок. О, сверху, блядь, ебать! Блядь. Косой, говори! Нет, он реально косой. Выбрали, блядь! Пиздец, я... Бай, Сарик. Пизда, давай разъеби двоих. Подожди, ебать. На нахуй. Положи. Ебать, братан. Пиздец, ну. Бомба липучка. А я... Кстати, прикольная тема. А я чмо, ой. Осуждаем. Ты же знаешь новые правила YouTube? Не оскорблять самого себя. Блять. Я хочу, чтобы еще Twitch какое-нибудь ебанутое правило выдвинул, типа. Чтобы все охуели. Не говорить все слова, начинающиеся на букву П. Это оскорбляет пи***раз. Потому что вдруг вы резко скажете пи***ра, блять, а не перс. В вашем слове с буквой П все ваши стримы будут перебанены. Перебанены тоже нельзя говорить. Ай, бля! Бля. Вот и лицемерие ты че. Нельзя зевать на стриме. Вдруг вы пародируете пи***сы, которые берут хуй в рот, бля. Ну ебанутый же можно, у меня же примерно такая политика, братан. Блядь. На 177.5. За тобой бежит 177. Прям. 177.7. Ох, блин, наказать бы этих придурков. Вот. Понял? Еще, а. Папа, еще, сбоку еще. А, глюки, пиздец. Я чувствую себя на, ой, на бля, все... там двое, братан. Брат, фул разъеб. Давай, я отвлекаю их на себя. Просто сверху выйди и все. Зажим! Блять, лоу хп, оба. Я сверху, я стреляю. Зайди. Минус один? Хорош. Все? А у меня одно убийство засчитали. А, слышь, хорош. Ты нокнул хорошо. Тебе помощь засчитали, да? Да, одна помощь есть. Да, я одного ёбнул. Ой, что? ебашит. Только не понимаю, откуда. Блогер. А, с... 28 живых, брат. 210, брат. Понял. Сейчас 27, о, теперь 27. Все, нормально. А, 185, видишь? Нет. А я вижу. У меня мониторик. Не 344. А, в эту лабуду, блядь, в круглую. А, блядь. Блядь, братан, сори. Я попытался. На меня ёбнули. О, подожди. А ебать, мышь ебаная, нахуй, я твой на ПБГ хуй. Да сука, Лёха Пакетик, блядь, меня убил. Меня убил ебаный Лёха Пакетик, блядь. У него никнейм такой, да? Да, Лёха Пакетик, блядь. Лёха Пакетик, блядь. Ладно, дамы и господа, спасибо огромное за то, что посмотрели этот ролик. В ПБГ вернемся не очень скоро, но я надеюсь, вам он реально понравился. Подписывайтесь на канал Томас. Обязательно, блядь, быстро все нахуй залетели. Подписались, лайк поставили. Это вообще прям будет джума синба. Ну и... Водите тег автора, блядь, попугай нахуй. И будьте толерантными, друзья, в первую очередь. Самое главное. С вами был Twitch. О, Томас. До новых встреч. И лайкчикей. Like